Еду работать к дяде Славе. В прицепе ведра, бетономешалка, лопаты. Приехал на территорию земли дяди Славы, привез рабочие инструменты, чтобы вот на этом месте изготовить товарный бетон вот этой бетономешалкой. И залить, я вам сейчас покажу, и залить. То есть дозалить, потому что уже залито, нужно дозалить. Дозалить то, что вы видите, осыпано песком. Грунт дядя Слава вывез, засыпал все песком, и вот это место нужно засыпать, то есть залить товарным бетоном. Да, рыженькая, дай лапу, дай лапу. Ты мой будешь первый помощник таскать бетон лопатами. Договорились? Даже животные мне помогают. Почему заливается все бетоном? Сейчас я вам объясню. Славина жена сказала: хватит с этой лесенкой деревянной, которая постоянно гниет. Она постоянно отваливается, гниет, каждый раз ее менять. На это уходит очень много денег. Не как денег, а как неудобство. И все это будем делать по-новому. Подожди. Смотрите, колесо выдвигается, а здесь стойка. Вот таким вот образом устанавливаю. Вот таким вот образом. Вот так. И высыпаю. Рядом лопата. Воду! Воду лей! Во столько ста ведре! Хоп! Вот такая перед входом бетонная площадка получилась. Мне кажется, это просто шикарно. Что было и что стало, небо и земля. То есть бетон и земля. И там, смотрите, такая вот дорожка получилась возле этого строения. Вот здесь получилось
у них плитка, как была, так и осталась, а там бетонная площадка, то есть тропинка. Но до того классно, мне нравится. Доска опирается на все 5 точек. Ну, это сделали так. Вот смотрите, как получается. Я вот так, просто так набросаю. Смотрите, и эти ступеньки получаются вечные. Ступенька получилась из 3 досок. И теперь укладываем вторую ступеньку, которая будет из 4 досок, так же, как и 3 ступенька. Сделали отметку. Видите? Черточка. Здесь тоже есть черта по кирпичу. И все это отметили. Ну, вроде бы и все. Вот здесь сделали свес небольшой, 2,7 на толщину вот этой доски, потому что она закроет вот этот торец и будет такой же вид коричневый. И вот для этого мы и свес сделали на толщину вот этой доски. Ну, вроде понятно. Теперь утопил, прижал и делаю точки. Вот смотрите, делаю точки и доску эту убираю вот сюда. Но у нас, смотрите, какая петрушка. Дюбеля вот такие вот, не потайные, а вот такие вот. И мы их отрезаем. Вот дядя Слава отрезает вот эти вот верхушки, вот они. Но эти верхушки еще пригодятся для каких-либо других целей. Это получается шайба такая пластмассовая интересная. Я тоже их не выкидываю, когда приходится отрезать. Ну, шикарная штука. И теперь мне нужно с небольшим углублением, вот с таким углублением, сделать небольшую выемку для дюбеля перфоратором. Встаю на кирпич. Посмотрите, я уже встаю на ступеньку. Ну, просто шикарно, вот врать не буду. Встаю на кирпич, чтобы не было вибрации. И все, классно. Вот первая ступенька. Так, 2,8. Отлично получилось. Вот смотрите, она как бы болтается. Ну, это ничего страшного. Это же тоже болтается. Но она держится. Хотя она, смотрите, вот первая болтается. Но когда будет подступенька, она ее будет поддерживать. И подступеньку уже надо крепить саморезом, стерез тела. Ну, вроде понятно. И жесткость будет. Все, продолжаем дальше. Слава, ну-ка встань-ка, пройди, Слава. А у Славы вес 158 килограмм. Вот представляете, а доска выдержала этот вес Славы. Все? Слава радуется, все радуются. Что ты? Он инструмент.